нас сегодня в эфире «Сплетни на лавочках». Знаешь, я сегодня в лесу была, грибы и ягоды собирала, а отличить их не могу. Ну как отличить ягоды от грибов? Ну, попробуй их сварить. Если получится суп, то это грибы. А если получится компот, то это ягоды. Интересная мысль. Алло, 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 Машка, Машка, попробуйте, да, Машка? Ой, я, подожди, все, все, давай, пока, 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 пока. Знаешь, я, что, Машка из 5-го подъезда, знаешь, вот, так она замуж вышла. Как, по любви или из-за денег? Мужа нашла из-за денег, а деньги из-за любви. Ой-ой-ой.